Всем привет! Всем привет! Мы вообще такие за здоровый образ жизни стали с тех пор, как у нас подорожал бензин. У нас уже такие эти... Блин, как это назвать? Алло! Забеги, заезды. Сейчас я на своем другом телефоне покажу. Так, вот такая у нас погода. У нас никак весна не придет. 8 градусов. Вот сегодняшний наш забег. 13 километров. И мы сейчас снова... Это на велике было. Да. Мы снова вышли, решили пройтись пешком. Еще примерно столько же. Так что идем гулять. Мы поняли, что ждать весну бессмысленно. Пора самим ее искать. Мы просто думали, что вот придет весна, начнем кататься на велосипедах, там гулять будем больше, смотреть цветочки на деревьях. Короче, весна не пришла, но мы уже начали кататься на велосипедах. Уже третью неделю. Так, куда идем? Но цветочки так и не появились. Да, цветочки не появились. Мы идем туда или сюда? Сюда или куда? Или туда, куда-нибудь да. Идем. Мы идем в магазин, на самом деле. Да. И заметьте, пешком до магазина где-то 2 километра. И мы не берем машину. Но не потому, что бензин подорожал, просто мы хотим двигаться больше. Да. Мы поняли, что с нашим образом жизни нам очень не хватает движения. Блин, такой ветер, я надеюсь, не будет там нигде слышно, видно. Че такой раздетый? Ну, пока еще не успел замерзнуть. Том тут рассказываем, 8 градусов, сам ходит такой весь раздетый. Хотя у меня куртка, под курткой футболка. Так что, сама не лучше. Наверное, я уже рассказывала. Этот мотоцикл меня в воспоминания вводит. Когда-то моему брату Андрюше покупали такой мотоцикл. Ну, конечно, не настоящий, а маленький. Моделька маленькая была. И вот он был точно такой же. И теперь каждый раз, когда я вижу этот мотоцикл, вспоминаю брата. Так что, Андрюша, привет тебе, если ты смотришь. Если нет, мама, передай ему привет. Передай ему мотоцикл. Мама, а ты помнишь, кстати, такой мотоцикл? Вы с папой ему покупали, я не помню, 3 года, наверное, 4. Что? Ничего. Ты что снимаешь? Я снимаю улицу. Че? Нас уже посмотрели, теперь могут посмотреть улицу. Так, посмотрите, вот эти домики мне нравятся. Прикольные. Они такие уютненькие. Единственное, я не знаю, насколько там тепло. Да, они бестолковые, смотри. Дверь на балкон есть, а окна да, нет. Да, окна нет, это, конечно, вообще удивительно. Как так-то? Что, жалко было, что ли? У нас просто, мы любим свет. Вот там тоже, кстати. Дверь на балкон есть, окна нет. Как будто чего-то не хватает. Как будто что-то забыли. Темнее в комнате из-за этого. Может, теплее, но лучше было бы светлее. Я смотрю, у нас после этой квартиры очень сильно поднялись требования к квартире. У нас на все, вот в зале у нас зал, да, это гостиная. Там сколько, 3 метра, кажется, одна стена. И вот вся эта 3 метра, она вся в окнах. Окна, дверь на балкон. И теперь мы очень этому рады. И ни за что не готовы. Ну, короче, не согласна на что-то меньше. Не готова жить в бункере. Да, очень. И, конечно же, очень хочется видеть из окна луну, солнце, рассвет, другие там деревья, птичек и так далее. Хочется видеть что-то. Томми тоже хочет птичек видеть. Да, Томми у нас вообще там любитель. О, вороны! Короче, сегодня ездили мы на велосипеде. Пока мы ехали на велосипеде, вороны, я не знаю, что-то они там нашли. Где-то 3-4 вороны полетели с одного места на другое перед нами. Что-то быстро схватили и опять улетели. Одна схватила, а за ней все остальные полетели. Эта ворона чуть меня не сбила.
Я впервые в жизни видела вот так ворону. Прям перед лицом. Как бы я была за рулем. О, птички. Ой, птички. Цветочки. Какие цветочки интересные, видите? Прелесть. Тут что? Там возле дерева больше всего. Класс. Вот они, цветочки, мы дождались. Вот у нас тут разруха. Но... У них. Да, у них. Вот эти балконы, они их недавно поменяли. То есть раньше здесь были обычные балконы, то есть ну, кусок плиты торчал из дома, ну, для каждого балкона. Они это все снесли и поставили внешние балконы из металла. То есть эти балконы, их можно просто взять цельно открутить. И открутить. И будет отдельно балкон, отдельно дом. Странно, конечно, зачем. Но красивее. И они утепляли этот дом. Там видно разница между стеной и внизу стеной. Вот. И так как они здесь наворошили все, видите, поставили новую плитку. Скоро там посеют травку и будет красиво. А в этих, эти дома немножко другие. Ну, это у них тоже. Они в прошлом году меняли балкон. Ага. И перемешку с мусорками. Мусорки, которые закрываются на ключ. И тут величные, которые закрываются на ключ. Там даже свет горит. Да, вечерами. Ну, если кто-то захватит, так не горит. Такой вот маленький козырек. Маленький такой подъезд. Застеклили балкон. Ну, конечно, им обдувает их. О, они, кстати, себе сделали очень даже прикольно. От солнца яркого у них будет маркиза. А, да, эти реально. Новые балконы, они все такие большие. Огроменные. От дома очень далеко отступают. Ну, там целая терраса, можно сказать. То есть они их поменяли, чтобы сделать больше. Красиво. Мы таким темпом очень добираемся. Очень красиво. А зеленый. Недавно говорили вам про дачи. Вот. Вот такие примерно дачи я привыкла видеть. Маленький газончик, что-то там, какие-то домики. Но все маленькое. Никаких больших территорий. Тут видно, что сезон еще не начался. Но я смотрю, там уже грядочки свои вскопали. Мы находимся в русском районе, поэтому здесь на дачах грядки. Но мы видели абсолютно безгрядочные дачи. Да, немцы обычно не выращивают ничего на своих дачах. Просто газончик, домик. А, эта дорога никуда не идет. А, да? Мы увидели, что тут новая дорога появилась. Раньше тут тропинка была. И пошли по ней... Ожидая что-то интересное увидеть. Ну ладно. Вот дачи вам показали. Вот посмотрите, какие скворечники. Вот так вот еще вам дача. Идем обратно. С этой стороны уже некрасиво. В ту сторону шли, было красивее. Всем привет. Вот тут набираем яблочки. Им показываю, какие яблочки. Okay. Истры, мне кажется, они вообще разные тут. Да. Разные яблоки накидывают. О, упал. А вообще мы в русском магазине. Вот яблоки, вот цены. Мандаринки. Тут снова яблоки. И тут тоже яблоки. Тут помидорки уже. Бесценные. Не вижу цены. А, цены с той стороны. А, ну, что, неужели нужно и цены показывать? Авокадо. Внутри есть такие, смотрите, они прям наливные яблочки. Покрашены. Там еще куча зелени. Виноградик. Саша снова решил мне букетик подарить. В этот раз чесночный.
гречка. Кто говорил, что у нас гречка пропадет? Смотрите, как много. А мы чаще всего сюда приходим за молочкой, а точнее за творогом и сметаной. Обычно именно здесь берем творог, потому что везде в других местах он какой-то не такой. Вот творог зернистый. Вот еще твороги всякие. Еще творог. Отечественный чупа-чупс. Ходим по русскому райончику. Тут школа. Там дети играют. И я увидела вот это. Я увидела их. Наконец-то. Я увидела цветущие деревья. О, смотрите. Если знаете, что это, расскажите, что это у нас цветет. Давай в гугле посмотрим. Да, мы сейчас гуглить будем. Но вы тоже можете рассказать, прокомментировать. А у вас уже что-то цветет? Если у вас уже что-то цветет, скажите, где вы? Какая страна, чтобы я знала. И что цветет? Да, и что цветет. Мы интересно. Хотим знать, где раньше всех наступает весна. Класс, я наконец-то нашла цветущее дерево. Круто, весна пришла. Мы тут гуляем по райончику. Здесь садик, кажется. И мы идем себе спокойно по этой дорожке. Она нас привела вот к закрытой калитке. То есть, в принципе, здесь можно обойти другой стороны, и все будет открыто. Но как? Зачем? И вот такие домики тут. Миленькие. I've been having dreams.